В нашей стране стартовала всероссийская акция «Неделя без турникетов», предполагающая знакомство школьников старших классов и студентов профильных вузов с действующими предприятиями России. Сегодня программа «Город живет» расскажет, как эта акция проходит в Кировске. Широкомасштабный профориентационный проект «Работай в России», объединяющий молодежные инициативы, реализуется акционерным обществом «Росэлектроника» под эгидой Союза машиностроителей России. Прежде всего, он ориентирован на повышение престижа рабочих и инженерных профессий в нашей стране. Ключевым мероприятием проекта является всероссийская акция «Неделя без турникетов». Первым мероприятием акции стала экскурсия в учебный центр компании «Фосагро», который функционирует в Кировске с 2015 года. Сегодня его посетителями стали около 20 школьников. Школьникам рассказали о структуре предприятия, о технологических процессах, которые здесь используются, и о том, какую профессию можно получить, пройдя обучение. Кстати, в центре реализуется более 250 учебных программ по общеотраслевым и горным профессиям, и в Мурманской области он единственный. Центр тесно сотрудничает с межтерриториальным центром занятости населения, который, в свою очередь, тоже проводит свои акции. Самая известная в Мурманской области – выставка образовательных услуг. В этом году она пройдет на Эта акция началась в прошлом году, и она охватила уже более 50 регионов Российской Федерации. Впервые в этом году вот мы решили присоединиться, и я очень благодарен всем работодателям, всем руководителям учебных центров, заведений, которые откликнулись на эту акцию. Основная цель этой акции – это популяризация рабочих профессий, инженерных работников. У нас запланировано около 10 различных экскурсий, по несколько экскурсий на предприятие или в учебный центр. Сейчас мы с вами находимся в учебном центре «Фосагро». И я хочу сказать, что это руководители первые поддержали нашу эту инициативу, идею. И мы очень довольны тем, что нашим школьникам будет рассказано вообще о холдинге и о предприятии «Апатит» в частности. По статистике, около 2/3 выпускников вузов нашей страны ни разу не были на предприятиях реального сектора экономики в своем родном городе и регионе. Они имеют слабое представление о действующем производстве и о том, чем им предстоит заниматься. Поэтому и было принято решение о проведении акции, чтобы познакомить учащихся и студентов с предприятиями и профессиями, востребованными на современном промышленном производстве, показать им реальные рабочие места и условия труда. В Кировске такую работу проводит организация «Новые горизонты», и не только в рамках акции. Наша организация в рамках объявленной всероссийской акции «Неделя без турникетов», которую проводит наш центр занятости города Кировска, предоставляет такую услугу, скажем так. Ну, мы ее, наверное, все время проводим, но тем не менее. Это встреча в нашей гостиной «Кинотеатр», куда приглашаются дети 8 и 9 классы для того, чтобы узнать о том, что такое компания «Фосагро», что такое предприятие АО «Апатит», чем занимается. То есть они здесь просматривают фильмы, знакомятся с профессиями и проводим некую викторину на их уже знания, полученные здесь, либо те знания, которые они получили до этого. В рамках акции «Неделя без турникетов» школьники Кировска и «Апатитов» посетят организацию «Новые горизонты», филиал «МАГУ» в Кировске, санаторий профилактории «Тирвас», студию танца, межмуниципальный отдел УВД и даже строительную площадку гипермаркета «Магнит». Побывают в типографии и медицинском колледже. Акция «Неделя без турникетов» завершится 24 октября, а продолжится весной следующего 2017 года. То, с чем сегодня познакомились ребята, завтра может стать будущей профессией или даже призванием.